Я вітаю тебе сьогодні. Розкажи, чим запам'яталась тобі прийдешня гра? Ну, была сложная игра, мы с первый тайм начали атаковать, быстро поджимать соперника, забили первыми, забили сразу же второй. Потом, конечно, стало немного тяжелее, соперник начал прессинговать, начали появляться какие-то ошибки, да. Но потом мы пустили один, вроде бы 2-1 стало, забили третий, на ошибке опять второй, и в конце очень была сложная игра, соперник начал дожимать нас, но мы продержались и одержали заслуженную, я считаю, победу. А на твой погляд, что было ключевым моментом за весь матч? Ну, наверное, что мы забили первыми гол, сразу же второй, и соперники немного растерялись. Мы сразу же потом пропустили, собрали, забили третий. Ну и потом играли уже от обороны больше. Це радісно чути, що ви вмієте лякати суперника. Дякую. Все, до зустрічі. Спасибо.